имеет единую основу. Сводный течение вместе с друзьями. Ну вот еще один безумный клип Эминема. Я хороший мальчик. Мне нравится твоя песня. А мне нравишься ты. Съемки клипа «Lose It». Надеюсь, больше вы меня в таком виде не увидите. Это в последний раз. Эти буфера для того, чтобы поджечь волосы Майкла Джексона. Да, закулисная правда, закулисная правда, закулисная правда. А в конце клип Эминема «Lose It». Привет, MTV, это я, Eminem. Мы на съемочной площадке моего клипа «Just Lose It». Идея клипа проста. Надо отрываться, веселиться в клубах, напиваться, а потом бегать по улице с голой задницей. Обычно в моих клипах картинка соответствует словам. Прямо картинка за картинкой, строчка за строчкой. В этом клипе будет полный набор. Eminem будет переодеваться, петь, веселиться. Ну что, вечеринки, тусовки, детишки. И, конечно, будет двойник Eminem. Меня спросили, тебе когда-нибудь говорили, что ты похож на Eminem? Я говорю, да, кто это? Его зовут Райан. Вообще-то я работаю в Макдональдсе. Никто от меня не скроется, никто, даже я от себя не скроюсь. Микай Пфайфер, Тони Кокс, он будет играть эльфа. Ну, Дрэ, как обычно, появляется на несколько секунд с таким выражением на лице, типа, мужик, а у тебя вообще все в порядке с головой, войти твою? Пэрис Хилтон у нас снимается, да, Эрик Эстрада из старого сериала «Дорожная полиция». Он играет полицейского, который меня забрал на дороге. Eminem очень визуальный артист, он любит, чтобы история сопровождала его песенку. Он подлизывается ко мне, это однозначно. А чертов шоу-бизнес, приходится сниматься, да. Но кто-то должен. Сейчас я играю плохого Санту. Да, очень плохого. Такой сумасшедший плохой Санта. Самый злобный Санта на свете. Ну, я, конечно, должен любить детей, понимаете? Всех маленьких мальчиков и девочек. То есть мальчик, нет, девочек, да, девочек. Нет, ну всех, детей. Пиво дайте мне уже. Так, хорошо. Дети меня любят, а я люблю детей. Камера, фонограмма, мотор. Снято. Хорошо, продолжаем. Дети сказали, чего они хотят на Рождество, а теперь то, чего хочет Санта. Да, сбываются мои мечты. Скучная работа, а тут девочки. Я люблю свою работу, просто обожаю. Приготовились, камера, фонограмма, мотор. Снято. Покупайте мой рождественский альбом, сюрпризы в каждом альбоме. Рождество с Лимой Шейди. Еще один безумный клип Эминема. Да. Привет, MTV. Я знаю, что это вы.
Черт, чем я опять переодеваюсь? Кому это вперлось? Все? Зачем я написал такую песню, чтобы переодеваться? Я не понимаю. Сейчас мы снимаем сцену в стиле старой школы, Eminem с голой задницей бежит по улице. Правда, тут нам придется использовать двойника с голой жопой, потому что сам Eminem в это время в образе Пиви Хармана будет кататься на велосипеде. Плохой, плохой Пиви Харман. В этой сцене я в роли Пиви преследую себя же, только меня самого играет двойник. Хотя, знаете, он даже половину не такой крутой, как я. Мускулов нет, да. Сексуальный парень с голой задницей бежит по улице. Потрясающее зрелище. И задница такая аппетитная. Да, я полностью удовлетворена. Мой вечер удался. Правда, осталось еще посмотреть на задницу Эминема. И можно сразу ехать домой. Сейчас мы снимаем костюм Пиви, Эминем переодевается и самостоятельно бежит по улице. Сначала рядом с ним пройдет Дре, потом машина с четырьмя любвеобильными девицами, а потом Эрик Эстрада, который играет полицейского. Она же в молодость вспомнила. Я ни капельки не стыжусь, стыд я оставил дома. Я и понятия не имел, что он так любит демонстрировать свою голую жопу. Да, я показываю задницу при каждом удобном случае. Я узнал тебя с новой стороны сегодня. Он много вещей обо мне не знает. Кто бы мог подумать, что М так вырастет. Он достиг определенных высот как продюсер. Ему уже не надо было никого просить продюсировать свой клип «Lose Yourself». Он занимается своим делом, и, знаете, неплохо это делает. Сколько лет ты останавливался своим напарником голых мужиков на дороге? Никогда в жизни не останавливал голых. Это мой первый. Знаете, я рад, что это сам Eminem. Для нас это большая честь. Спасибо, я был рад. Спасибо, спасибо, старик. Не хочу тебе руку пожимать, потому что ты голый. Ладно, всем мир на сегодня съемки я лично закончил. Увидимся завтра. Тогда и поговорим. Далее, в программе «Стоп, снято». Eminem и Dre проводят ночь с Пэрис Хилтон. Ты достал меня. Мне нравится твоя песня. А мне ты. И Шэдди устраивает шоу одного человека. С каждым клипом все хуже и хуже. А в конце программы его клип «Just Lose Yourself». И это все еще первый день съемок для меня. Это последний эпизод этого долгого съемочного дня. Сейчас мы снимаем сцену, в которой голый Eminem докуда-то добегает, пытается общаться с соседями. Давайте посмотрим. Это Арли Касл. И она будет бить меня сумочкой. Да, буду бить сумочкой. Вы даже не представляете, как я этому рада. Тому, что вы будете бить меня сумочкой? Да нет, что я здесь снимаюсь. А что, уже пора бить? А что, хочется? Да нет, не хочется совсем. Значит так, машете сумочкой, и вот так вот покасательный. Не обязательно до него дотрагиваться. Ничего-ничего, пусть стукнет. Ради бога, я не возражаю. Я никогда в жизни такого с тобой не сделаю. Да. Вообще хороший мальчик. Я это вижу. Приготовились, камера, фонограмма, мотор. Бейте. Хорошо снято. Итак, первый день закончился. Все, увидимся завтра. Добро пожаловать на первый день съемок. Я решил, пусть это будет один долгий день. Так лучше. Чтобы не расслабляться. Да, первый день, снова первый день.
Сегодня мы будем снимать выступление Эминема в разных образах. Начнем мы с Пиви Хермана, потом Эминем в роли MC Хаммера, потом он будет переодеваться в костюм Мадонны. С каждым клипом все хуже и хуже. И в конце он покажет свой образ Майкла Джексона. Я вообще не хотел всех этих ролей. Знаете, приходится столько переодеваться, эти искусственные носы, грим, все дела. Все равно лучшее в клипе, это же я сам в майке и джинсах. Такой, какой я есть. Смотрите на меня, любите меня, не любите. В общем, мне насрать. Но главное, что это я сам. Хорошо. Так, попы и толкай. Хорошо. Так, хорошо, снимаем. Снято. Так, минуточку, надо еще снять 10 дублей, я считаю. Пылающие сиськи, а такого вы больше нигде не увидите. Все, это в последний раз. Это уникальный момент в истории хип-хопа. Да, уникальный. Привет, я Пэрис. Я снимаюсь в клипе Эминема. Кажется, она будет меня бить. Он ко мне пристает, и я его бью. Она меня бьет, и я думаю, что поворачиваюсь на 360 градусов, а на самом деле всего на 180 и утыкаюсь в доктора Дре. Вот как-то так. Господи, на что вы мне подписали, а? Так, ты нависаешь над ней, начинаешь говорить, там бла-бла, и тут она тебе ба-бах, понял? Бьет-бьет? Бум-бум прям? Что за бум-бум? Ну и бум-бум. Да, хорошо, не бум-бум-бум, а бум-бум, всего два раза. Мотор! Я вообще была на неделе моды, когда меня пригласили, но мне очень нравится музыка Эминема, и клипы у него всегда смешные. Я поняла, что должна принять участие в съемках, они того стоят. Иначе бы я пропустила нечто очень забавное. Хорошо, снято. Отлично было, да. Мне так стыдно, что я его ударила. Он такой сексуальный, мне жалко бить его симпатичную мордашку. И песня мне твоя, охренеть, как нравится. То есть, извините, мне нравится твоя песня. А мне ты нравишься. Пэрис закончил съемки. Спасибо. Так, пожалуй, я тоже закончил. Я появляюсь секунд на 30 на экране, а здесь-то я провел несколько часов. Но кажется, не зря. До встречи, MTV. Удачи вам. Ребята, увидимся завтра, на сегодня все. И послезавтра увидимся, и послепослезавтра. Потому что этот клип не закончится никогда. Сейчас мы будем снимать выступление. Никаких трюков, только выступление. И оно либо получается, либо не получается. Это такая танцевальная сцена. Мы подобрали именно ему опытных танцоров. Сейчас сами увидите. Привет, я Моника Паралис. Я Элисон Стоунер. А я Макс Островский. Сейчас будут выпендриваться тут. Ну чё? Ну чё? Да. Снято. Уберите его. Я никогда не научусь танцевать, как они. Фонограмма, камера, мотор. Снято. Молодцы. Отлично. Итак, это декорации в стиле 8 мили. Здесь у нас пришел Микаэль Пфайффер. Мы решили напомнить зрителям про клип из фильма «Восьмая миля». Ну, заодно и постебаться. Все равно все будут вспоминать об этом. Так что, в общем, будем хохотать над собственным фильмом. Так, точно. Так, покажи, как ты будешь двигаться. Ты что, не доверяешь мне? Нет, я просто хочу посмотреть.
Ну а ты как будешь? Как ты умеешь? Покажи нам. Что, застеснялся? Не можешь ничего? Вали отсюда. Вот это хорошо. Камера, фонограмма, мотор. Хорошо, мотор, еще один. Три, два, один. Мотор. Все, побежал. Идеально. Да, очень похоже. Да, вот такой вот белый рэп. Всем спасибо, Маршал Мэттер закончил съемки. Да, спасибо, спасибо всем, вы молодцы. Хочу сказать всем огромное спасибо. Вроде закончили, давайте смотрите мой новый клип. И 5, 4, 3, 2, 1. А теперь результат усилий. Клип «Just Lose It». Pajama time. Come here, little kitties, on my lap. Guess who's back with a brand new rap? And I don't mean rap as in a new case of Tile investigation accusation. No worries, Papa's got a brand new bag of toys. What else could I possibly do to make noise? I done touched on everything but little boys. And that's not a stab at Michael, that's just a metaphor. I'm just psycho, I go a little bit crazy sometimes. I get a little bit out of control with my rhymes. Good God, dip, do a little slide. Bend down, touch your toes, and just glide up the center of the dance floor. Like TP for my bunghole, and it's cool if you let one go. Nobody's gonna know who'd hear it. Give a little poot, poot, it's okay. My CD just skipped, and everyone just heard you let one rip. Now I'm gonna make you dance, it's your chance. Yeah, boy, shake that thing. Oops, I mean girl, 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 girl. Girl, you know you're my world. Alright, now lose it. Just lose it. Go crazy. Oh baby, oh baby, baby. It's Friday, and it's my day. Just do party, all the way to Sunday. Maybe till Monday, I don't know what day. Every day's just a holiday. Cruising on the freeway, feeling kinda breezy. Get the top down in my hair blow. I don't know where I'm going. All I know is when I get there, someone's gonna touch my body. Miss, I don't mean to sound like a jerk, but I'm feeling just a little stressed out from work. Could you punch me in the stomach and pull my hair? Spit on me, maybe gouge my eyes out. Yeah. Now what's your name, girl? What's your sign? Man, you must be about your mind. Dre, beer goggles flying. I'm just trying to unwind now. I'm gonna make you dance. It's your chance. Yeah, boy, shake that thing. Oops, I mean girl, 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 girl. Girl, you know you're my world. Alright, now lose it. Just lose it. Go crazy. Oh baby, oh baby, baby. It's Tuesday and I'm locked up. I'm in jail and I don't know what happened. They say I was running butt naked down the street screaming. Brother, I'm sorry, I don't remember. All I know is this much, I'm not guilty. They said save it, boy, we got you on tape. Yelling at an old lady, touch my body. Now this is the part where the rap breaks down. It gets real intense, no one makes a sound. Everything looks like it's 8 Mile now. The beat goes back and everybody loses sound. They'll step back to reality. Look, it's B-Rabbit, are you signing me up to battle? I'm a grown man, chubby, 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 chubby. I don't have any lines to go right here. Slow, chubby, tell her, chubby fellas. What? Fellas, grab your left, make your right one jealous. What? Black girls, white girls, skinny girls, fat girls, tall girls, small girls, I'm calling all girls. Everyone report to the dance floor. It's your chance for a little romance or butt squeezing. It's the season, just go. So appeasing. I'm gonna make you dance. It's your chance. Yeah, boy, shake that thing. Oops, I mean girl, 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 girl. Girl, you know you're my world. Alright, now lose it. Just lose it. Go crazy. Body, body, body.
После каждого клипа меня хотят пристрелить, как бешеную собаку. С чего бы это вдруг? Не знаю. MTV хотела, чтобы я помог им настроить звук у камеры. Нормальный звук, да? Синхронизировались? Нет? Еще раз? Что, нет? Плохо? Вы же издеваетесь? Отличный звук. For footage of Just Lose It, log on to MTV.com now.